3 сентября в России отмечается 75-летие со дня окончания Второй мировой войны. Именно в начале сентября закончилась советско-японская война, которая и поставила точку в одной из самых кровавых страниц в мировой истории. В боях на Дальнем Востоке наша страна потеряла более 1,5 миллионов человек. Их память сегодня почтили возложением цветов к обелиску славы на площади 30-летия Победы. Цветы к вечному огню возложили руководители разного уровня, ветераны, прошедшие горячие точки, представители общественных организаций. Сегодняшний день – это конечная точка, последний, крайний день, когда кровь проливалась наших отцов и дедов. Сегодня для чего мы здесь находимся? Для того, чтобы молодое поколение, будущее, которое за ними, они должны знать всю историю правильную, правду, чтобы никто не мог не посметь переписать историю нашей великой победы. Живые гвоздики сегодня возложили и на водную гладь Волги. Таким образом, Ульяновск присоединился к всероссийской акции «Цветы памяти».